Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Сегодня мы пришли на рынок Садовод, город Москва. Я сегодня приехала пораньше, чтобы заснять новинки курток мужских, потому что сейчас заиграет музыка, и уже в торговом центре очень сложно будет снимать. Мы сейчас со Светланой покажем моделечки. Ряд D, место 56, корпус Б. Первый этаж. Я уже снимала, ребят. Ну, у них пришли новинки. Я сейчас вам покажу мужские куртки. Ну и, конечно, для нас они сделали сюрприз для моих подписчиков. 3 куртки. Поэтому смотрите, и мы вам сейчас покажем модельки. Здравствуй, Светлана. Здравствуйте. Вот она, моя девочка, которую вы полюбили. Она сейчас покажет нам новые модельки. Видите, уже кричит. Хорошо хоть говорит, а не поют. Поэтому нам сейчас Светлана расскажет и покажет. Светик, привет. Расскажи, пожалуйста. Быстренько нам расскажи, нашим подписчикам, какие новиночки пришли у вас. Так, вот мы новую модельку получили, укороченную. Новая моделечка. Не слышно. Так. Она укороченная, автомобильный вариант, 48 до 58. В капюшоне идет флис. Стеганая. Угу. Внутри все как обычно. Этот маску, ага, чтобы говорила. Ага. Трикотажная основа. Внутренние карманы слева, справа. Ага. Такая в розницу будет 5500. Угу. Спасибо. А оптовики, девочки, звоните по телефону, и вам ребята скажут. Расцветочки цену. Вот смотрите, бордовый, темно-синий и есть еще в граффити. Угу. Фирма САС. Фирма САС, да. Ее многие уже знают, да, даже. Ага. Так, давайте следующую модельку. Вот новенькую модельку получили. Это с натуральным мехом идет. Типа Аляски, да? Типа Аляски, накладной карман. Так, клади ее сюда. Ага. А, вот она, ага. Греблюжья шерсть, наполнитель градусник здесь идет. Ага. Мех полностью снимается. На кнопочках, на замочках. Это все снимается. Кто любит с мехом, будет с мехом одевать. Кто без меха, без меха. Сколько цена? В разнице такая 8500. Угу. Спасибо. Расцветки есть черный, вот я вам показывала, и синий. Угу. Спасибо. Так, еще что? А размеры до какого? Размеры идут 50 до 60. До 60. Вот эту вот модельку наподобие этой получили, только она без накладного кармана идет. Угу. Тоже 50 до 60. Угу. Ясно. Тоже хорошая модель. И цена сколько? Такая же цена, 8500. Ага. Дальше. Вот что еще? Расцветки, когда мы приходили, расцветок у нас не было. Получили ее на повтор. Угу, красиво. Молодежечка. Фисташка, электрик, синий и серый. Угу. Размеры и цена? Размеры идут с 48 по 56, цена будет 5500. Угу. Тоже хорошенькая два кармана. Хорошая моделька, да, молодежь очень хорошо ее берут. Угу. Так, еще какой? Получили вот эту еще на повтор. Не комбинированная, одноцветная. Угу. Ага. Так, размеры и цена? Черный, серый. Угу. Размеры 48 до 56, цена 5500. 5500, ага. Спасибо. Так, что еще? Так, пойдемте на ту сторону. Еще пойдемте на ту сторону. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Этого. Так, ну давайте новинки еще, что у нас тут вот пришло. Вот получили тоже хорошенькую модельку. Угу. 48 до 58. Внутри идет тоже верблюжья шерсть. Угу. Два карманчика, да? Да, идет? Слева и справа. Угу. Цена такой модельки будет 6 тысяч в розницу. Спасибо. У нее идет уже по длине, она уже не такая короткая, как те. Там средняя длина, короткая была, это уже по длине идет. Еще расскажите для моих подписчиков, самый большой размер у вас курток? Самый размер, самый-самый большой. У нас идет в великанах 70-й. Mm. Самый маленький 46-й. Спасибо, потому что это очень важно. Вот они расцветочки, темно-синий, ага, черный и светло-синий. И светло-синий, ага. Ну, так, что еще? Хорошую модельку получила. Енот на капюшоне. Угу. Это идет 52 до 62. Ну, тут идет покороче, да, немножко? Средняя она. Длина. Средняя длина. Она немножко закроет. Ага. Покажите нам ее, что у нас. Она там внутри идет полностью на флисе. Угу.
Тоже внутренний слева кармашки карман, есть. Справа карман, да. Мех, если что, отстегивается. 4 кармана на грудной и обычный. Цена такая 5500. Угу. Расцвет у нее идут красный, черный, хаки, электрик, бордовый и синий. Угу. Спасибо. Есть так. Еще вот такая вот тоже 5262. Тоже хорошая моделька. Угу. Если ту, которую мы смотрели, она была гладкая, это уже идет стеганая. Угу. Давайте ее тоже покажем. Тоже близ на капюшоне. Угу. Тепленькая такая. Угу. Биопух наполнитель. Биопух, да? В машинке стирать можно. Верблюжья шерсть, биопух, он очень хорошо стирается в машинке. Угу. Не скатывается, не сбивается. Размеры и цена? 52 до 62. Цена такая 5500 у этой модельки. Угу. Спасибо. Так, а что еще? А расцветки только такие? А, вот они, да? Красная, бордовая, темно-синяя. И светло-синяя. Угу. Пальто. Молодежь любит, да? Да, они любят удлиненное, вот пальто идет. Угу. Стеганое. Размеры? Размеры идут от 48 по 56. Цена? Накладные карманы. Цена 5500. Внутри подкладка такая мягенькая, на флис. Мягенькая, приятная. Ага, приятная такая. До какого размера? 48 до 56. 5500. 5500. Она идет в оливке и в синем. Давайте синий покажем цвет. Ага. Вот такой синий цвет. Угу. Так, что еще? Сейчас я вам покажу еще. Вот новенькие какие у вас модельки. Угу. Вот это еще тоже очень хорошая модель. У нее средняя длина, стеганая. Угу. От 48 до 58 она идет. Угу. Подкладочка все тут есть, кабашечка, да? Да, слева, справа карман. Цена 5500. Цвет идет темно-синий, светло-синий. Два цвета, ага. Да. А размеры сказали? 48 до 58. Угу, спасибо. Так, что у нас еще зайка есть? Вот эта моделька еще хорошая. Ага, давай. Покажем. Размер также 48 до 58. Угу. Средняя длина. Плиз в капюшоне. Угу. Наполнитель верблюжья шерсть. Здесь есть окошечко. Угу. Слева, справа с кармином. Цена спасибо. Будет 6. Угу. Спасибо большое. Расцветки? Хаки, светло-синий и темно-синий. Угу. Спасибо. Так, что еще? Все? Передняя еще хорошая модель. Новинка. Это тоже получили. Или ну, не было, она закончилась, на повтор получили. На повтор, да? Да. Ну, давай покажем ее, да? Так, сейчас минутку. Так, ну вот еще вот эта моделечка. Она идет стеганая, размер 48 до 58, наполнитель тинсулейт. Угу. Для тех, кто не знает, что такое тинсулейт, это искусственное волокно, сделано по технологиям пуха. Его можно стирать в машинке, он не скатывается. Угу. На полспинке флис идет, внутренние кармашки есть. Вот. Здесь угу. Уже три внутренних идет. Угу. Цена, размеры? 5500, 48 до 58, серый, темно-синий и хаки. Угу. Спасибо большое. Извините, так, все, да? Все, да. Угу. Так, ну что, Светочка, огромное тебе спасибо за то, что ты нам показала вам новиночки. Спасибо. Да. Дорогие подписчики, кого заинтересовали куртки, звоните на номер, Светочка вас всех обслужит. И я еще, это, девочки, вот я всегда говорю, что дай бог, побольше бы таких продавцов, вот как Эльнур, Светлана, потому что настолько приятно с ребятами работать, настолько они все расскажут, покажут. И мне кажется, многим на садоводе надо поучиться. Светочка, тебе огромное спасибо от моих подписчиков и лично от меня. Ну, пойдем теперь радовать и баловать наших подписчиков. Пойдемте. Пойдемте, будем радовать и баловать наших подписчиков. Все еще спят, а мы только это. А мы уже вовсю работаем, да. Ну что, дорогие мои друзья, разыгрываем три мужские куртки. Да. Молодежка. Вот первая моделька. Первая моделька. Весна-осень. Угу. Так,
Первое пальто. Вторая пальто моделька. С капюшончиком, шерстяное, межсезон. И третье. Зима. Зима. Разыгрываем от павильона. Вот такую вот зимнюю куртку разыгрываем. Дорогие подписчики, что вам нужно для этого сделать? Обязательно быть подписаны на TikTok, мы на YouTube канал. Поделиться этим видео в любую соцсеть, поставить лайк. Подписки должны быть обязательно открыты. Также, дорогие подписчики, написать под видео «Я участвую» и «Город». И если вы желаете, поставить номер телефона, потому что на том конкурсе я не могу связаться с победителем одним. Двое забрали, а один победитель так не откликнулся. Не знаю, как найти этого победителя. Поэтому, если есть желание, поставьте номер телефона. А я вам не говорю «до свидания», а вам говорю «до новых-новых встреч». И заходите на ряд Д, место 56, корпус Б. Ребята вас со Светланой приглашают, правильно? Да, конечно. И звоните. Да. Я не говорю вам «до свидания», а говорю вам «до новых-новых встреч». Участвуйте в конкурсе и внимательно слушайте условия. Все, люблю, целую, ваша шик.